Место проведения 4-го чемпионата Украины по боксу и одновременно традиционного международного турнира, посвященного памяти героя Советского Союза Николая Кузнецова, стал город энергетиков Кузнецовск. И стал не случайно. О том, что такие крупные соревнования здесь проводились не впервые, мы узнали потом. А поначалу увидели и сразу же ощутили, что в этом городе спорт любят, прекрасно понимают и делают все для его развития. Это чувствовалось во всем. От четкой и продуманной организации соревнований до внимательного и дружелюбного отношения ко всем приехавшим на чемпионат. А зная, как в наше время трудно это сделать, остается сказать только одно. Кузнецовск оказался на высоте. Украинские боксеры сейчас в мире задают тон какой-то, тон такой определенный. И уже все считаются, нет, уже входят в десятку лучших спортсменов мира. Поэтому турнир очень сильный и должны быть какие-то условия. И благодаря директору атомной станции Ровенской, который предоставил нам такую чудесную гостиницу, такой чудесный зал, вы видите, что здесь можно проводить любые соревнования любого уровня. Мы им очень благодарны за это. Поэтому соревнования проходятся здесь, на призы Героя Советского Союза Кузнецова. Так наш чемпионат Украины называется. Сильнейшие боксеры из 18 областей Украины и городов Киева, Севастополя, Республики Беларусь. Более 140 спортсменов собрались здесь, чтобы определить сильнейших, достойных носить высокое звание чемпиона Украины. Участие 5 мастеров спорта международного класса. Среди них чемпион Европы Луценко Александр, финалист чемпионата мира по юниорам Роман Джуман, победитель международной встречи США-Украина, чемпион спартакиады Украины, неоднократный победитель международных турниров Александр Зубрихин. 46 мастеров спорта, 89 кандидатов в мастера говорило о том, что борьба за лидерство будет серьезная. И тем приятнее отметить, что добились права выступать на этих соревнованиях два наших славучанина – Игорь Глущенко и Родион Ким. Рассказать о выступлении ребят я попросила Геннадия Родионовича Кима, тренера. И когда мы готовили этот комментарий, у нас получился диалог. И не только о чемпионате. Первым вышел в бой и участник нашего города Игорь Глущенко. Игорь Глущенко является финалистом Универсиады Украины 1995 года, финалистом международного турнира на приз Казаряна в городе Донецке в 1996 году, является неоднократным победителем турнира памяти Владимира Грушина, проходящим ежегодно в городе Чернигово. Игорь выигрывал турнир три раза в 1993 году, 1994 и 1995. В какой весовой категории он выступал? Игорь Глущенко выступал в весе до 60 килограмм. Его противник, Полупаненко Александр, представлял город Луганск. Он является победителем ЦС среди юниоров 96-го года. Вот сейчас Игорь наносит правый прямой в голову. Сейчас провел комбинацию правый, левый прямой в туловище и правый в голову. Вообще, сколько всего весовых категорий, Геннадий Петрович? Весовых категорий в боксе всего 12. Начиная с 48 килограмм и с ним не перечислять все, и кончая свыше 91 супертяжелой категории. Судьи в этом впервые было на этом чемпионате применено электронное судейство. Электронное судейство отличается от обычного судейства. В обычном судействе заполняются судейские записки. Здесь же записок никакой бумажной, такой волокиты нет. Каждый судья, если боксер нанес с красного угла, как вы обратили, боксеры имеют разные майки. Красную майку и синюю майку, чтобы легче отличать. Если боксер нанес с красного угла, то судьи нажимают кнопку, и сигнал поступает на пульт главному судье. Ну, в том случае, если боксеры, судьи нажмут одновременно кнопку красную, допустим, три судьи, как минимум три судьи. Вот сейчас перерыв. Угу. Я даю наставление, как Игорю боксировать. Он чувствует, что волновался и первый раунд так подустал. Так, Геннадий Родионович, вот вы знаете, я обратила внимание то, что во время боя
Вам, тренеру, нельзя подсказывать ученику, да? Это, в общем-то, даже строго у вас наказывалось. Да, это правильно, соревнование запрещено подсказывать. Даже могут, если этим делом мы все равно подсказываем, конечно, сделаем, так сказать, незаметно для рефери. Если рефери обратит внимание, то может боксеру вынести предупреждение за подсказку. Вот. Я еще хочу сказать, что на этом чемпионате впервые были по новым правилам, боксировали 5 раундов по 2 минуты. Это что дает такой бой? Боксеры выходят после отдыха более свежими, и бой получается более плотным и насыщенным, и зрелищным. Сейчас Игорь, посмотрим бой. Игорь Глушенко сейчас вот все время идет вперед. Боксер из Луганска идет все время вперед. Игорь работает вторым, как мы говорим, номером, то есть в ответной форме. И если вот проводит правый в голову, но мягко, будем так говорить. Я опять находится, его, как мы говорим, скручивает, уходит в сторону. Сейчас не дает бить, придерживает его, как говорится, в клинче. И сейчас снова разорвал дистанцию и продолжает бой. Встречный левый проводит. Вот опять возвращаясь к судейству, вот, то есть боксеру присуждается очко за каждый нанесенный удар или да, как? Да, чисто, беспрепятственно удар, достигший цели. Если он прошелся где-то по перчаткам, нечеткий, то он не считается. Удары засчитываются, нанесенные по голове и в туловище. Слабый удар в туловище не засчитывается судьями. Это особенно было видно на Олимпиаде, которая проходила в Атланте. Геннадий Леонидович, как долго вы готовились к этому чемпионату? Ну, потом мы начали готовиться еще летом. Мы прошли оздоровительные сборы в Очакове. Были, Игорь был месяц. И сейчас, чтобы участвовать более успешно, делали спарринги со сборной Черниговской области. Ну, они проходили, мы два раза туда выезжали. И спарринговались, там тоже участник был 1,60 килограмм. И с ними стали в паре, отрабатывали такая здоровая, так сказать, боевой конкуренции. Ну, сейчас на чемпионате мы с ними не встретились. Разошлись Чернигов, мы получились. Ну вот, на ваш взгляд, как Игорь проводит бой? Вот? Игорь, у него все получается. Будем так говорить, и на отходах, и на встречу особенно хороши у него были, если вы обратили внимание, пока удары прямые в туловище. Но желательно, чтобы были пожестче удары в голову. Вот я, видимо, это сейчас, я не помню уже, но, видимо, об этом я вам сейчас говорю. Вот сейчас мне, видно, помогает бой проводить старший тренер Киевской области, Эдуард Евгеньевич Виноградов. Он тоже самое ему говорил, пожестче, Игорь, пожестче. На жесткость у него, видимо, не получалось. Не видим, это точно. У нас были проблемы со сгонкой веса. И он вовремя, короче, в график не вложен. Сейчас его не хватает, так сказать, свежести. И вот последний раунд. Пятый раунд этого боя. Сейчас мы остановимся. Вот сейчас Игорь встретил левым прямым. Он отвечает двумя прямыми. Сейчас опять передний так атакует. Игорь его уходит в сторону, смещается с линии ударов. Сейчас честно, ясно, сейчас последний раунд. Боксеров нужно проявить максимум воли. Все устали. Противник устал, сам устал. И сейчас побеждает, выигрывает последний раунд. Тем более сейчас по новым правилам пятый. У кого воли больше, у кого силы больше. Кто больше сохранил силы. Вот Игорь маневрирует. Если обратить внимание, то он по маневренности и по технике нисколько не хуже. Это все время идет вперед. Хочет очень парень, хочет азартный такой и хочет все время выиграть. Но Игорь его останавливает в голову, по туловищу провел. Вот сейчас опять проводит точно три удара нанес Игорь. Ну, не свежий, ему не хватает жесткости. Сейчас получил ответный. Один удар. А тот второй был, который в касании не засчитал. Опять провел Игорь правую прямую. Опять сбоку, еще два сбоку пропустил противник. Ну, устали у противника, то они тоже нет жесткости, все устали. Сейчас ушел влево, словно опять нанес удар. Неплохой удар, но все-таки не жесткий. Если он был в своей кондиции, то, как я шучу, он бы ударил его по-человечески, он бы упал. Игорь это может сделать, он потому что многие бои кончал досрочно. Вот тот парень хочет выиграть. Игорь, не хватает мастерства, где-то пожать канатом Игоря, но он идет вперед и бьет. Хочет, очень сильно хочет выиграть.
Ну, у Игоря здесь во всех, по-моему, раундах было преимущество, да? Да, было. И сейчас преимущество. Точнее, был. Мне бы чехлот опять, видите, два удара пробил боковой, опять по печени, сбоку по голове, опять попал. Ну, она была. И последний раунд. Но не хватало, не хватает явно ему жесткости. Это все на решение вот веса. Ну вот эти минуты ожидания, когда будет определен, названа победитель, наверное, самые-самые долгие. Да, они томительные, когда еще особенно, когда бой равный, и тогда и судьи тоже люди могут кнопочку нажать, не нажать, кто-то понравился, личные симпатии. Ну, человек не машина. Вот. И это томительные минуты. Мы с Эдуардом сейчас разговариваем, видимо, так я думаю, что выиграл. Эдуард Евгеньевич говорит, что классно, Игорь боксировал. Я, в свою очередь, ему, видимо, выговариваю, что нет жесткости. Ну, как сказать, работа наша такая. Так, вот, наконец, судейские записки подают. Подаются... На рефери подают судейские записки. Так, ну боксеры вот, выходят, и сейчас у него... Сейчас будет назван победитель этой пары, этого боя. Я уже знаю, что Игорь выиграл. Вот. С одной стороны, я доволен победой, выигрышем. С другой стороны, я недоволен качеством. Как тренер, будем так говорить. Так, и победитель. И жду. Все жду, судья жду. Вот, все, Игорь бой выиграл. Вторым участником чемпионата Украины по боксу был Ким Радион. Весит до 81 килограмма. Мне хочется особо остановиться на этом весе. Вес очень опасный, вот как вы видите сейчас. Радион получил, нанес удар и получил ответный. И судья сейчас ему отсчитывает нокдаун. Почему опасный? И этот вес уже довольно тяжелый. 81 килограмм это уже так мужчина, будем так говорить, более крупный. И скорость средний вес в сочетании в таком. И тяжесть, и скорость дает, так сказать, представлять свою определенную опасность. Бокс сам по себе опасен, такой вид спорта. И вес такой полутяж очень опасный. Вот, а чтобы у телезрителей не возникло вопроса, я поясню, что Родион Ким – это сын Геннадия Родионовича. Вот у меня были очень волнения. Тут судьи был, судья в ринге из Крыма. А, я хочу сказать о сопернике. Соперник Родиона из Крыма. Симферополя, Новицкий Борис. Это на данный момент самый сильный боксер в Республике Крым. Мне лучшего представителя привезли. Я за ним наводил справки. И сейчас Родион получил нокдаун. Я очень боялся, что я узнал перед боем, что назначен рефери тоже крымский. И может бой был, просто был остановлен, явно преимущество. Но читали, Родион восстановился, и сейчас пошел бой в нормальном стиле. Троин проводит длинную трехударную атаку. Сейчас заметно, что судья говорит, что бьет открытыми перчатками. Может, это, так сказать, не объективно, но мне кажется, что Родион бил нормально. Вот сейчас опять Родион бы стал двумя ударами. Идет позиционная такая, оба осторожны, лишний раз не рискуют, и все ждут, такая интрига. Кто первый ошибется? Первый ошибся, к сожалению, в первом раунде Родион. Но сейчас он достает его все время. И первый раунд он выиграл.